Итак, продолжаем нашу стройку. Значит, модель у нас уже в базу покрашена. Далее будем наносить глянцевый лак. Пользоваться будем вот таким вот зибовским глянцем. И еще несколько слов про подставку. Значит, подставку я красил, но так получилось, что видео не сохранилось. Ну, в принципе, тут ничего особенного, просто глянцево-черный задул. И все. А сами ножки подставки тоже уже покрасил. Золотой цвет, пользовался эмалью от Кудо. Вот такой. Ну, на камеру тоже не снимал, потому что красил в подъезде. Ну все, продолжаем. Поехали.
Ну все, ребятки, значит, закончил я с декалями. Весь процесс нанесения декалей не стал показывать. Думаю, зачем? Так, начальные этапы только показал. Думаю, все понятно. Пользовался тамийским Mark Strong для приварки декалей. В общем, вот так сейчас выглядит модель. Это у нас правый борт и с левого борта. Значит, накосячил немножко вот с этой декалью. Вся развалилась она у меня. В общем, накладывал маски из скотча и просто белой краской красил. И также вот эту декаль всю развалил я. Также делал маски из скотча и красил желтую краску. В общем, по декалям. Декали очень хорошие, тоненькая подложечка, практически ничего не видно. Расшивку они прям идеально входят. Здесь вот видно. Прям четенько облегают все. Так, вот по этой декали белой полоски не хватило ее на всю длину, то есть немножко она короче оказалась. Надо было вот прямо от этого бортика она должна была идти. Немножко не хватило. А остальные все хорошо сели, все нормально. И вот эта красная декалька у меня немножко она полопалась. Вот, видно, думаю, да? Чуть-чуть полопалась. В общем, вот так выглядит модель. Дальше мы будем наносить глянцевый лак. Все, поехали. I could have said I loved you.
from you. Thank you.
Thank you.
Вот и подошла к концу наша сборка, значит, модель готова. Больше ничего не буду делать. Ставлю вот так. По модели, значит, сверху я не решил задавать матовым лаком, потому что прошлую модель покрывал матовым лаком, а получилось так, что лак лег не очень. И получилось, как белая пленка какая-то на нем. Решил вот просто глянцевым оставить вот так. Такая вот модель.